Всем привет! Дамы и господа, сегодня мы будем играть в самую тупую игру в мире. Представься, ты тупой б***рок. Всем привет. А, ничего себе. Давай, приглашай. Пригласишь. Блять, ты чё мне мешаешь? Я по себе даун. С орками, крысами, неправильно рождённый, нуб даунский. Сгрупасть! Даун. Нуб. Закройся там. Анимешник. Не петуши! Даун. Человек, монстр. Ты змея ядовитая. Мама тоже так говорила, ты. Ай, господи, мне придется цензуру накласть всю эту хуйню, блядь. Я проиграю. С космодесантиком не выиграешь против таких даунов. Сочувствую тебе. Что мне делать? Я, конечно, постараюсь выиграть, но чего как-то это можно выиграть еще? Я не знаю, как ты можешь выиграть. С космодесантиками вообще что можно сделать? Просто правда. Как может это выиграть? Скажи мне. Куда мне знать? Ты же... Ты тупой. Увидишь же это. Попробуй только мою территорию. Я сразу займу. Я тебя сам т***ну. Твоя жизнь уже будет т***ть от меня. Господи, чё ты т***ишь? Пиздобол. Сус. Максим. Давай без... Не, давай меньше, ну, ругаться. Затвериться. Я проиграю. Мне даже уже скучно играть, я проиграю. Я просто не знаю, что я могу сделать, чтобы уничтожить орков. Попробуй. Чем? Не знаю. Дебил. Это моя территория, ты... Ладно, где ты? Честно. Да-да, крыса, неправильно рождённая. Прямо она тебя закрысила. Да пошёл ты! Уртовит. Мир? Я свою территорию сперва... Это моя территория. Ага, ты охуел. Яр, ты вообще там мою территорию берёшь. Уел. Ах ты крыса, это какая твоя территория? Это моя территория. Блин, где твоя логика? Почему твоя территория? Потому что. Я так сказал. Не ходил. Ага. Даун. Ничего себе. Ебает. Ничего себе. Просто мама не говори, ничего себе. Она тоже говорит, ничего себе, когда я родился. Ничего себе. Тебя из аппендикса вырезали. Угу. Твоя мама тебя быстро в туалете неправильно. Господи, сразу материться. Ты без аппендикса вырезали. Ой. Ничего себе. Максим есть. Пацифист уебанец. Ау, Максим есть. Уебанец. Гера! Максим есть. Гера! Они подумают, что мы долбоёбы. Поверь мне. Они так будут писать. Вы чё, охуели? 100% нету. Они напишут, кто из вас больше даун. Интересный вопрос. Ты, конечно. Мы скажем, мы вдвоем дауны. Ну да. Что-то было. Господи. Максим, твое имя некрасиво. Геруха, не пруха.
Господи. Оптимист, пацифист, уебанист. Что еще? Атаку, мои солдаты, кастрации. Представляем вам, даун. Сразу так. Не слушаться. Ну конечно. О, это пошел, ты не бегай, как крыса. Умри, как достойный мужик. Да, теперь ты будешь убегать, 100%. 100%. А ты еще мне говоришь, что я крыса. Иди. Ехай ты нахуй. Ты вообще почему ты утекаешься? Ага. Что она неправильно кастрировала? Что-то было. Что-то было. Вот что ты меня слышишь. Что за хуйня, блядь? Если бы эта мама моя услышала бы, она бы нас обоих отпиздила. И не болевкала бы. Если моя мама бы слышала, она меня первая бы отпиздила. Я, в первую очередь, меня бы. Потому что я старше, я пример даю. А, иди ты нахуй. Ты пример хую. Мне кажется, это было лишнее. Да, согласен. Ты пример хую моему. Чего? Это было правда лище. И тупость. Максим? Максим? Давай не будем про тебя говорить. Про тебя не говорить. Это будет нечестно для всей генерации жизни этого мира. Ага. Я нам и сонабляю гонг фидевает, он тебя не гайс. Ага. Че ты? Подожди, как можно. Не так можно сделать. Это было бы кайф. Фова, baby. Baby, don't help me. Baby, hear me now. I'm in my divine now. You're my daddy coming over now. Oh, oh, oh. Yeah, baby, coming now. Ага, сразу в крысу, да. Сдыхайте, крысы неблагодарные. Ваши мамы шлюхи. Ничего себе. Блин, они подумали, как в Игре престолов. Подожди, давай убивай их. Занимай точку. Иди. А знаешь, что ты сейчас армию придешь этими? Но я знаю, что против них хорошо, так что. А, блядь, что ты делаешь? Почему ты не отступаешь? Зачем? Ты же тупо. А мне не нужен. Ничего себе. Ты что, богатый или что? Раскидывайся солдатами. А этим не нужен. Я просто не знаю, что самое сильное против твоих войсках, а я знаю. Что? Видишь? Сам видишь. Сверли. Эскосится твоя эса, обидится, видишь. Танцистский бой, да. Ну окей, я не шляу, разумно. Ну я, ты думаешь, да, я не буду это делать. Да. Я думаю, это даун, признаюсь. Да-да-да. Ну что ж. Я не знаю. Подожди, что, ты Владик не слышал? Не спрашивай меня, нет. Владик не слышит? Просто твой тупой звук слышал.
Валя, ты не слышишь, я думаю, что Максим, если кто-то говорит, он всегда врет. Он тебя не слышит. Он всегда врет про меня, он всегда какую-то пизду и говорит, потому что ему жалко проигрывать. Он Валя, тебя не слышит. Он тебя не слышит. Ты он просто ты обошелся. Эх, граф не сам. Что это такое? Что это? Ну и что это просто было? Да. Ничего страшного. Ага. Это просто планировка войны. Ничего себе. А рано или поздно мы сидели на силу и по-медленному. Ага. О, интересно, что это такое? Подожди, я прошлую игру тебе выиграл уже. А, нет, позапрошлую игру выиграл космодесантик и патчворков. Нет. Да, позапрошлую я выиграл космодесантик и патчворков. Да, я одну выиграл, позапрошлую. Вчера. Нет, ты был орком, да. Нет, я потом после орков тебе выиграл космодесантиками вроде. Привет. Патчворков. Нет. Атака. Я бы мог отбить, но зачем? Молодец. Зачем так рисковать своими, ну, как бы, альфой годом? Молодец. Я лучше бы мне поставлю. Молодец. Да, правильно, он против тебя драться. Так. Вы видишь. Это, конечно, очень трудно, но возможно. Это не очень. Против орков очень трудно драться с Марином. Ну, это правда. Надо иметь скилл, чтобы при ними драться. Это правда. Ты помнишь сам, как я играл? Я чуть-чуть поборзею. Иди ты нахуй. Я там семью убью. Максим, ты это вообще уже переходишь границы. Я тебе уже много даю, но не надо уже так рисковать. Ой. Ой. Он пока еще не такой сильный. Я заметил. Давай, убивай их. Убивай их. Не, подожди, убегайте. Да убей их. О, кайф. Ничего себе, он выжил. По очень большому везению, должен сказать, ага, он вышел. Согласен. Повезло. Угу. Я знаю, что против тебя мощное оружие. Ты это пока что еще не знаешь, но я просто понял. Какое? Увидишь, поверь мне. Угу. Это очень мощное, но ее надо очень долго прокачивать. Может, так стоять, как твое. Подожди, ты не херю. Что такое? Я забыл, что ты мою точку там занял. Сейчас мы ее отнимем. Ты если эту электростанцию не трогай. Поверь мне, не... это... Я не буду трогать, потому что она мне пока что самой не нужна. И мне не нужна война. Окей. Мощная. Я буду по-умному играть. Молодец.
Кстати говоря, я знаю, чем ты придешь. Физически надо это сделать 100%, чтобы выжить. Можно было бы. Эти орки, они медленно что-то восстанавливаются. Они медленно восстанавливаются. Зато у них очень сильно хп. Много хп, да. Но... И очень много хп. Блядь, ну это надо дауном быть. Что такое? Я бластером стрельнул своего собственного. Ну прям вот этим ракетным бластером. Я понял, бывает. Я не знаю, как это возможно. Это был прям даунство. Не знаю. Надо идиотом быть, блядь. Надо будет это взять 100%. Я знаю, как правильно здесь с космодесантниками играть. Я уже всегда лучше. Каждый бой, когда я проигрываю, я лучше становлюсь. У меня так само было. Ну, за орков ты тогда... Ну, ты раньше всегда проигрывал. Ну, чурками да. Играть. Когда ты начал орками играть, иначе выиграть. Но теперь я зато... Вы тебя заметьте, я уже не так... Ну, агрессирую, когда ты атакуешь моей точки. Мне уже посрать. А раньше сильнее агрессировал. Я просто, ну, я учусь всегда больше играть, и теперь научусь очень одну важную вещь, которая мне в бою очень наводит давать при себя. Я заметил, как я только что одним отрядом почти изнасиловал твоих орков. Ну, это не идеальная, можно сказать, бой. Если то... Подожди, эти главные герои. Вот. Это мне надо прокачать. Это будет работа. Ай, блин, не то. Ладно, надо это еще сделать. Это очень дорого стоит. Извини, но мне это нужно сделать. Ты чего-то хочешь сделать, Максим, неразумное? Для меня, да. Надо же как-то действовать уже. Ну, блин. Мне, честно говоря, вообще не нравится. Ничего себе, как ты защищаешься. Не слишком ли это? Чего? Как много. Так, вот и теперь хорошо стало. Ой-ой-ой. Да, тоже плохо. Это антивезение. В том случае, одной стороной тоже крысист от тебя. Ничего себе. Я думал, что убежал. В этом случае, да, я убежу. Бой проиграл, но война нет. Классно он убегает, знаешь? Я херел, как он хорошо бегает умеет. О. Можно, по сути говоря, делать. Неважно. Сейчас попробуем этот бой против тебя.
Сейчас посмотрим, как это тебе понравится. Я думаю, это мне не понравится. Да. Да, не понравится. Я бы лучше отступал. Теперь да. Один плюс, они у них такой урон. Это в данном случае очень нечестно. Тебе вообще невозможно отступить. Ты заметил? Mm-hmm. Что мне нужно делать? Зато я лучше становлюсь. Весь Владимир. Блин. Да ну. Ладно. Я лучше отступлю. Это был максим очень на тебя количество, а то это не точка. Ну это было не очень. Как бы. Я понял. Как бы очень крысячий. Почему? Ау, ты занял только что мою точку. Я не занял. Я оставил. Электрическую. Электрическую. А, ну эту да. Ну, это... Да вообще-то моя точка вынутая. Ну как да. бы... Как бы моя. Моя. Совсем. Теперь моя. О, ничего себе. Да иди ты. Я бы... Отступил? Да. Да, я сам себе советую. Ты уже не отступлю, если не буду сейчас. Ну, ладно. Интересно. Мне, честно сказать, вообще не нравится эта ситуация сейчас. Тебе мало энергии продать это. Я понял. Мне вообще сейчас не нравится. Придется так тебе сделать. Ну не знаю, тебе понравится это. Я скажу, тебе очень не понравится сейчас. Ой, очень сильно не понравится, мне кажется. Это тебе агрессию сделает, может, даже. Ничего себе. Танк? Не. Танк, он тебе ничего такого страшного не сделает. Угу. Танк это слабая вещь. Это тебе больше агрессию сделать. Она тебя будет так раздражать. Ничего себе. Что-то новое. Не уверен был. Новое. О, огнемет. Ничего себе. Давай-ка я тебя... Пизда, это нормас. Не понравилось. Нет? Я не помню, что он только что делает. Но я его точно не хочу потерять. Это тоже. Даже все сдохли. Крысы неправильно рожденные. Да иди ты. Не вкрысь Максим солдатов так сильно, пожалуйста. Хотя бы это хочу сломать. Не сломаешь. О, ты... Заметил, почему я им играю? Да. Я сказал, ну очень мощно. Но это уже мне не нравится. Иди ты в мою базу, скажите. Как совет. Заметил? Мне пока не надо. Может, убивай.
тебе их просто так, если что, отдаю. Я заметил. Ты заметил, какой очень сильный именно этот игрок? Да, заметил. Может, не идеально, но подумать. Если ты подумаешь, то можешь заметить, чего мы план. Представь, из этого Space Marine Scepter, который у меня, может только один делать. Это так нечестно. Мое мнение. Зато можно что-то другое придумать. Я даже не заметил, как ты-то там точка занял. Умно, да? Я даже правда не заметил. Это, честно сказать, очень мне жалко, точка была нужна. Что можно сделать? Есть, конечно, план, что можно еще сделать. А давай-ка, ну, я убью его. Не убьешь. Блин, да, ты вправо. У меня есть, конечно, план, как можете уничтожить. Тебе он точно не понравится опять. Да, он тебе не понравится, если так подумать. Я просто прочитываю орки, как их можно уничтожать. Их не трудно уничтожить, если по-умному как. Сейчас может уничтожу. Ну, вариант. Не прям сейчас, но если план сработает. Самое главное, мне просто охранять электрическую точку и эту точку. У меня тоже есть план. Поверь мне, он тебе не понравится. Единственный страшный план, который не может понравиться, другие все это слабые планы. Какой тебе не понравится? Может не понравиться. Я уже знаю твои планы. Какие? Очевидно. Нормально. Это может тебе не понравится. О, ты уже так? Ладно, ты уже меня опередил. А, не хватает. Давай убивай. Смотри. О, да, кайф. Получается. А теперь мой план. Нет, именно нет. Потому что ты поддал под эти сильному. И он всех твоих уничтожит. Ой, это мне не нравится. Я ж говорю. Но тебе больше не понравится. Я не сделал минус, а ты сделал. По сути говоря, как ты заметил. Ты два отряда потерял. Мне они не нужны делать. По сути говоря, ты только прокачиваешь меня, не забывай. Да. Максим, мне это не нравится, я заметил. Я же говорил. По сути говоря, не посрать. Поверь. Потому что это тебе ничего не даст. Эти роботы. У меня есть свой план против твоих. Ты куда вы пошли, дауны? Да ну куда он идет? Куда я знаю? Не раздражает Максим это. Они идут, куда он приговаривает. То иди, пожалуйста, из этих войсках. Прощение, я не может. Им не может бросить делать, что им не просят. Я потерял его. Набросайтесь на него!
Нормально, но урон. Что? Да. А. Под правильным. Это странно, почему он такой сильный? Максим, он только что уничтожил то весь отряд. Я знаю. Три отряда. Это да. Нормально? Убивай тогда этого гиганта. Попытаюсь. Отойди, пожалуйста, от этого отряда, у меня очень мало хп у него. Ну, ага. Не надо лучше трогать. Уже поздно. Ну да, уже поздно. Подожди. Подожди, я не понимаю. Подожди. Что? Так что, если я правильно понимаю, только что я уничтожил одним этим электрическим весь твой 35 отрядов. Подожди, а кто он? Я не скажу. А, вот он. А, это же... Подожди, я только что одним электрическим уничтожил 5 отрядов, это нормально? А как ты в строй возвращаешь этих своих? Каких? Которые умерли, и ты их возвращаешь. Я не скажу. А нет, нет, ты не можешь так делать. Я уже думал. Чего ты имеешь в виду строй возвращать? Этих солдатов, которые умерли, один капитан выжил. Нет, это не можно делать. Вроде нельзя. Если я понимаю, что ты имеешь в виду, тогда вроде нет. По сути говоря, пошли мы в атаку. Ой-ой-ой. Не надо развивать территорию, да медленно. Но я знаю, что ты никогда мне не выиграешь. В этой игре. Нет, просто электрический он тебе не даст. Я заметил, он уничтожил очень много отрядов за изи. Ты просто дал его именно... не бил. Нет, ты его бил. Я видел. Ты его бил. Ты его бил. Проблема — это другую ошибку сделал, которую тебе не могу сказать. У него такие специфики. Das ist heftig. По-русски. Ну, я прям позаботиться. У него урон очень сильный, это в его плюс. Самый большой, можно так сказать. Нормально у него урон. Это уже нагло. Ты вообще хилил. Нагло. Ты нагло говоришь. Да. Ты говоришь мне, что ты нагло. Ага. Твое рождение наглость было. Серьезно. А ты только что такие наглости мне сделал, еще говоришь, я нагло. Сейчас пошел ты. Ага. Я займу сразу все это термоид территорию. А, это. Ого. Ладно, ладно. Да. Ничего себе. Это будет глубоко. Самый большой свинцовый один. Ладно. Придется в защиту идти. В этом случае, да. Как ты думаешь, боевой... А не, я лучше не скажу. Боевой робот? Не думаю. Не, не думаю. Не выйдет. Хочешь, можешь пробовать. Изи. Как бы они быстро убивают моих, твоего робота. Не, я вообще что-то другое про изи. Танка? Не, я танком не пойду, это тупо. Танка мало хп, я боевым дроидом пойду. Он будет тебе такой минус. Это будет работа для меня.
Нет, не Драгонолд, я буду драться простым Кайбот. Пока ты будешь тут стоять спать, я буду занимать твои точки. А, да, ой, не садись. Я же, внимание, что-то другое. Я тебе только одну точку займу, которая мне нужна, другие я пока оставлю. Я тебе как ты больно буду делать. Нет, мы его поигнор. Это мне нравится. Давай, давай, да, убил. Максим, он очень мало стоит. Я знаю, но все равно хотя бы что-то. Да, сразу. Ага. Почему все назад пошли? Я не хочу всеми назад пойти, это был мисклик. Я хотел только одним назад пойти, это был мисклик. Лена, можно хотя бы его? Не, у него все равно много хп, Максим. А это да, у него 200 хп. Ну и соотнесь. Ты точку займешь, да? Нет, я не буду. Ну и славный мальчик. Угу. Честно сказать, это меня сильно, ну как бы минус сильно сделал, когда ты убил этого. Угу. Видишь, хотя. Это был очень, как бы, больно для меня. Будет биться против тебя. Ты охерел? Вообще перебороните. А ты нет. Ты мою. Ебло звонит. Ага. Сразу занимаешь точку. Две точки сразу, ну ебло звонит. Посмей другую точку занять, сразу передохнешь. Угу. Я только эти хочу отметить. Кайф. Значит, так подумайте. Нет. Мне нравится это. Конечно, можно так попробовать. Пробуй. Можно попробовать. Кайбот, ты будешь охранять точку. А этим мы подумаем, что сейчас мы делаем тебе, Максим. У меня есть, конечно, план, что может быть. Тебе не понравится. Он неприятный. Давай-ка, ну, хотя бы этих своих.
Я знаю, что такая бы ломаешь. Ничего себе, что орк сказал. Я, мой зеленый зад и то круче. Господи. Да, убивай их тогда. Мне по крайней мере надо. Не нужно. Пизда миллион девять. Нормально он миллион девять. Охереть, да? Mm-hmm. Я только что два войска орков уничтожил. С помощью дредноут. Это не дредноут, это был самый калибот, самый легкий, который есть. Такой слабый. Он называется дредноут. Это калибот называется. Дредноут это, который можно купить. 500. Подожди, я забыл как. Ладно, все равно. Мы в точный момент сделали. О, ничего себе, как ты. А знаешь, что с войсками придешь и будешь там выпендриваться, но тебе это ничего не даст. Ага. Там через 2 целая армия из 3 танка. 3 танка нету там. Я видел. И один дрэгноут. Настоящий дрэгноут. 7600 хп. Давай, атакуй меня. А зачем? Я первым буду мучить все точки драть, потом заниму все точки, потом я тебя буду мучить сильно. Mm-hmm. Драгнотом. Уверен. Я? Mm-hmm. Пока я тебе буду давать там воевать. Mm-hmm. Мне пока война не нужна. Можно было бы сделать. Давай сделай. Ого. Ладно, мы передумали. Как ты? Ты даже знал, что я хочу делать. Ты даже сказал так. Ладно, я передумал. Ты говори, можно было бы сделать? Делай. Я не с тобой. Да пошел ты. Ой, это мне не нравится. Максима Борзея. Ага. Да пошел ты с твоими гешиц. Ох ты, гадфак, мне нельзя. Я не кляну гуру. Ты крыса. О, ничего себе ты оборзел. Я тебе не дам, моя точка. Ага, твоя, да? Нет, конечно. Ты хочешь против моего босса подраться? Да. А теперь уже нет. Теперь уже нет. Усилением урона я уже не дам. Сейчас пройдет усиление урона, и тогда можно тебя обновить. Привет. Угу. Ничего себе. У кого-то сильное время закончилось? Нет. Давай. Попробуй беса это. Ничего себе. Как бы крыса ебаная. Ты ж сам убил. Да давай убивайте все уже. Нет, ты убегать я не. Что, куда вы? Что? Нет, нет, это так нечестно. Я тебе скажу, я все напрыгнул назад. Я хотел, чтобы они, ну, наставил, чтобы они тут телепортнулись.
Ну, прыгнули, ты понял, и никто из них не прыгнул. Это вот так... Бывает. Пошел ты. Э, ну это ж правда бывает. Не, вообще. Я бы говорил. Не. Максим. Сразу так. Максим. Давай ко мне. Максим. Максим. Точку сделаем. Максим, сдайся. Зачем? Да не хочу я играть. Так, мне так не нравится. Мне сегодня прививку делали. А завтра будет Фрайтек Ведмедет. Фрайтек Ведмедет к нам. Визу? А почему? Мне нужны анализы. Нормас. Я не бождю. Я беру моё. Твоё, да? Да. Я знаю, это моё. Убил. Ой, ещё один там видео. Нормально. Нормально. Ничего себе. Ну блин, ну что это так еще было? Ну ладно, хорошая игра. Спасибо за игру. Крыса ёбаная. НАНИ? ОМАЕ ВА МОУ СИНДЕЙРУ.